Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Снежный циклон уходит по югу Сибири через Енисей на восток, унося с собой теплый сектор. А в тылу у него зима занимает южные равнины Западной Сибири. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 16 ноября дождь, переходящий в мокрый снег, метель, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3,8, порывы до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха за окном в ночное время около 0, дневные часы погода не изменится, также 0 градусов. В последующие двое суток небольшой снег и слабая метель. 17 ноября похолодание, температура ночью и днем будет минус 3-5 градусов. 18 дальнейшее похолодание. В темное время суток минус 7-9, дневная температура составит 5-7 ниже 0. Вы смотрели прогноз погоды Западносибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!